Всех приветствую, меня зовут Сафронов Роман, и мы начинаем серию Arcanum TV. Сегодня мы поговорим с вами о том, как же нам расширить наш денежный поток. Для начала давайте разберем некую основополагающую фундаментальную вещь. Это наша Вселенная и энергии, которые в ней находятся. Согласно сефиротической магии, традицию, которую мы сегодня будем брать, и через нее мы будем включаться в этот денежный поток, существуют 22 энергии, существуют 22 канала взаимодействия с внешней силой. Эти каналы распределены в пространстве, и они влияют на все пространство, нас окружающее, формируя его. Одна из этих энергий называется энергия 15-го аркана или энергия связей. Благодаря этой силе, благодаря этому внешнему источнику, мы с вами можем взаимодействовать с деньгами, мы с вами можем взаимодействовать с другими людьми. Мы, в принципе, нарабатываем связи, создаем эти связи. Основополагающим принципом 15-го аркана и самих денег является принцип того, что деньги — это ресурс передачи чего-то. Это некий, если хотите, полуфабрикат, благодаря которому мы можем получить желаемое. Ведь сами по себе деньги — это всего лишь ресурс. Это всего лишь принцип, который мы можем передать другому человеку, получить то, что мы хотим, или же наоборот, накопить и каким-либо образом влиять через этот ресурс, через этот принцип на окружающее нас пространство, тем самым накапливая в том числе и связи. Сегодня мы погрузимся с вами в медитацию, которая будет расширять границы вашего сознания, границы вашего энергетического тела, для того, чтобы вы могли в большей степени проводить сигнал денежного потока, в большей степени могли сонастраиваться с внутренней своей энергией и с внешним сигналом, который притянет для вас необходимые связи, ресурсы и, как следствие, деньги. Итак, давайте войдем в состояние. Закрывайте глаза. Почувствуйте себя в своем теле. Ощутите себя здесь и сейчас. Сверху на вас постепенно начинает опускаться вязкий, медовый, золотой поток. Этот поток начинает обволакивать ваш кокон, ваши энергетические тела, начинает вливаться ваше физическое тело. Вы чувствуете наполнение. Ощутите, как энергия пронизывает вашу голову. Она стекает по вашему горлу вниз, растекается по плечам и рукам. Почувствуйте, как она наполняет ваш позвоночник и спину. Начинает насыщать вашу грудную клетку. Наполняет ваше солнечное сплетение. Ваш живот. Вязкость, плотность, тепло растекаются по вам. Насыщается и наполняется поясница. Насыщается и наполняется ваш таз. Вязкая энергия начинает усиливать вас, делать более яркими. Наполняется крестец и копчик. Насыщаются ноги, бедра, колени, голени и икры, стопы. Энергия потока
начинает расширять вас. В этом потоке начинает проявляться вязкий бело-золотой свет. Связанный с ресурсами, с денежной энергией. Этот свет также начинает расширяться. Он заполняет вас, расширяет вас и доводит до границ, ваших границ, тех стопоров, которые мешают вам получать больше, проводить больший поток энергии, быть в большем ресурсе. Эти границы мешают вам желать большего и получать большее. Вязкая бело-золотая энергия начинает растапливать границы, начинает их плавить. Нам становится жарко. Эти границы плывут. Они начинают растворяться. Ваше внимание и сознание, ваша энергия, ваши возможности и желания выходят из старых ограничений, входя в новое пространство, расширяя ваши возможности. Расширяя ваш денежный поток. Вы чувствуете подъем, воодушевление. Ощущаете новое наполнение. Появляется желание отдавать больше. Чем больше вы отдаете, тем больше вас напитывает энергия денежного потока, тем больше к вам приходит. Вы становитесь вязкими, вы становитесь большими, плотными. На вас начинает опускаться золотое свечение с узорами. Эти узоры формируют новые границы, новые стенки, укрепляя вас в новой позиции. Канал расширяется, поток усиливается, стенки образуют новое состояние, удерживают его, фиксируют вас в этом состоянии. Вы соединяетесь, сплавляетесь, срастаетесь воедино с этим новым состоянием. Ощутите себя новыми, наполненными. Примите себя таких.
скажите себе, теперь я такой, теперь я такая. Почувствуйте, как новые возможности начинают создавать новые связи. Поток усиленно вливается в вас. Новая энергия наполняет вас, обновляет. Все старое растворяется. Новое притягивается. Ваш денежный канал, ваш денежный поток становится шире. По нему начинает двигаться больше энергии. Вы принимаете ее. Вы используете ее. Ощутите себя наполненными, сбалансированными, едиными с этой энергией. Постепенно вы возвращаетесь здесь и сейчас, в свое тело. Почувствуйте себя новыми, наполненными от макушки головы до кончиков пальцев ног. Сделайте глубокий вдох-выдох. Не открывайте глаза. Итак, используя внешнюю силу и некий внутренний ресурс, мы можем расширить наши границы, усилить не только наше влияние, но и нашу возможность пропускать больше энергии, в том числе и больший денежный поток, финансовый ресурс. Не забывайте, что чем больше вы его будете использовать, чем больше вы будете отдавать, тем больше мир будет вам возвращать, тем больше он будет вам давать возможностей для получения и реализации. На этом все. Смотрите новые серии. С вами был Роман Сафронов. До новых встреч!